Территория между Маршанским шоссе и улицей Советской не так давно была промзоной, а местами – пустырем. Активное освоение земель началось со строительства корпусов Державинского университета. Позже появились заправки и автосалон. Теперь здесь возводят и жилые дома. Насыщенная жизнь, сконцентрированная в малом пространстве, породила транспортный коллапс. Здесь машины стоят с обоих сторон. Когда это безобразие закончится? Необходимо установить знаки, чтобы здесь не ставили машину. Оказаться в пробке здесь можно в любое время суток. Все паркуются, где попало. Я понимаю, что надо машину ставить, но после того, как машины поставлены в два ряда, проехать в два ряда невозможно. Если будет пожар, пожарка просто не проедет. Так получилось, что в этой части города располагаются социально значимые объекты. Городская поликлиника, стоматология, корпуса Державинского университета, отделение полиции. Статус территории определить трудно. По логике, это продолжение улицы Монтажников. Вот только признаков городской улицы нет. Дорога состоит только из проезжей части, отсутствуют тротуары и освещение. Асфальт здесь тоже давно смыло. Вот водосток. Но если это можно назвать водостоком. Глубина его... Сорок пять сантиметров. Когда он заполнен водой, не видно, что здесь яма глубиной 45 сантиметров. И все машины падают в нее. Вот видите, здесь уже разбито автомобильными колесами. Рискуют все. И кто идет пешком прямо по проезжей части, и водители, и те, кто припарковал машину. Парковку для посетителей пятой поликлиники и стоматологии с раннего утра занимают рабочие близлежащих заводов. Поэтому те, кто приехал за медицинской помощью, занимают свободные места вдоль дороги, на которой нет знаков и разметки. И здесь работает принцип, что не запрещено, то разрешено. Конечно, боимся, но куда деваться нам? Мы приезжаем в поликлинику. Нам надо где-то парковаться. Не будем же мы на Комсомольской площади останавливаться, правильно? А так как там тоже есть некоторые люди, которые становятся, как они хотят. Поэтому становимся, конечно, где есть свободное место. Рискуем, но куда нам деваться-то? Как нам пояснили в городской администрации, данный участок действительно не значится в реестре улиц. В ближайшее время будет внесено изменение в решение городской думы, и проезд получит статус улицы, а проезжая часть – автомобильной дороги. Первоочередная задача – избавиться от сужения проезжей части и организовать встречный разъезд. Этот узкий участок мы определили от Маршанского шоссе и буквально 100 метров до конца этой стоянки, где мы планируем внести изменения в схему организации движения и установить запрещающие дорожные знаки «Стоянка запрещена» по одной стороне. Таким образом, появление знаков позволит практически сразу решить проблему заторов и пробок на Маршанском шоссе. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Александр Щеднов, «Область новостей».